не так. Смотрим. Конечно, у нас сейчас день, а не вечер, к сожалению. Поэтому полностью все его характеристики мы раскрыть не сможем. Зато у нас есть хорошая стена. Вот. Видите? Это его рабочая мощность. Ну, вполне достаточно, на мой взгляд. А вот боковая засветка так работает. Конечно, ее практически не видно. Но это сейчас днем. А вечером она будет вам очень даже неплохим подспорьем. Ну, не вам, а вашему боковому зрению. Фокус наклонный ложит. А вот теперь они работают вместе. Более того, боковую засветку можно настраивать. В каком месте пятно должно быть подсвечено. Смещая вот эти вот маленькие светильнички. Ну, это хорошо для велосипедистов. Например, направил себе вниз. И смотришь. Большой идет вдаль, а маленький на дорогу. Ну, а в чем преимущество? Преимущество в том, что в данном случае перед большим фонарем, во-первых, крепление, здесь оно съемное. Ой, я выключу, чтобы не сломать. Так вот, здесь это фонарик можно снять. И закрепить, как я уже показывал, на руль велосипеда, например. Ну, для этого, конечно, придется снять резинку. Сейчас мы ее снимать не будем, потому что нам его еще долго упаковывать. Так, теперь сейчас покажу, как он цепляется на это крепление на руле. Сразу. То есть я, кажется, понял, как это делается. Я так думаю. Вероятно, это делается вот так. А потом вот так, путем нажатия на кнопочку, это дело снимается. Вот здесь есть кнопка. Все достаточно просто, в принципе, надежно. Я надеюсь. Так, теперь возвращаем в товарный вид. И переходим, что называется, к водным процедурам, ну то есть к следующему. А на этом, об этом фонаре, о данном фонаре все. С вами был Андрей Иванов на канале Гаджет Парк. Подписывайтесь.